Блять, ладно, придется на СИП пригинаться. Господи боже, что ты меня пугаешь? Maybe there's another way in. Нет, я все-таки переставлю, мне прям неудобно, не могу. Пригнуться будет у меня Ctrl. Я не могу поменять. Я что, не могу поменять? Да ты придуриваешься надо мной. Я не могу поменять. Пиздец. Так, откройте инвентарь. И как тебя с курасином заправить? Я не поняла. А, все. Замечательно. Первая реклама гостиницы моего отца. Он тогда сказал, мы справились, сынок. Да-да-да. И как туда заправить? Получается. Ебать, конь. Я типа это, я типа напрягаюсь, пытаюсь достать. Не получается. Там нет ничего. Нет. Не достается. Хорошо, договорились. Куда мне идти? Может, там все-таки что-то есть? Туда его. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. А у меня нет ничего. Свидание с бабайками. Моя любимая. I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Надеюсь, это не кровь моего отца. Надеюсь. Ножницы по металлу.
Чё с ебалом? Батя умер. А, вон оно как, я могу. Да в смысле? Мне нужна какая-то отмычка. Am I delusional? Ценители искусства. Я не посмотрела. Понятно. Так, а чё я ломиком-то не могу вскрыть, что ли? Мне нужно что-то похожее на отмычку. Хотя бы заколочка какая-нибудь. Палочка, может. Железячка. The hell is that? Looks like... Roots? I need to get rid of them before I leave the basement. Чё? Что? А, ладно, я не сразу выкопила. Я не пойму, а чё я открыть-то не могу её? У меня нет никакой отвертки там, хуёрки. Да я поняла. Нету тут ничего такого. Бля, у меня от этих скримеров аж мышцы напряглись. А где мне отмычку взять? Не пойму. Я не вижу ничего похожего на отмычку. Не могу вытащить. Вон оно для чего. Да бля. Это я с собой заб... А, сломались. He's upstairs. What does he want from me? Что тебе надо? Я сейчас все поднимусь. Ты думаешь, я тебя боюсь? Я вообще бесстрашная. Это у меня яйца стальные. Где?
Дядя, отпустите меня, пожалуйста. Я представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы с Самой решили переехать, таит столько секретов. Я нашел на чердаке под половицей дневник Николаса Хайда. Пока я читал его, меня бросало в дрожь. Не знаю, происходили ли эти жуткие события на самом деле, или это все бредни того самого Николаса. Я в напряжении была, я не могла смотреть в чат, когда я, блядь, страшно, у меня жопа сжалась. Привет, кстати, Кристофер. Блядь, у меня жопа сжалась, мне страшно было. Пико на Рико! Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Чёрт, остальные страницы кто-то вырвал. Strange. I was in the attic. Странно, я был на чердаке и... Нужно показать дневник Эмми. Вдруг заинтересуется. Нет, нет, не выкладывала еще. Я эти нарезки очень долго монтирую. Прохождение вообще изи, а нарезки я прям очень-очень долго монтирую. Эммочка. В смысле? Какая претензия? А где моя Эммочка? Эммочка, иди ко мне, я тебя хочу обнимать и целовать. Сладость моя. Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma, can you hear me? Эмма, ты слышишь меня? Emma. Эмма. I was calling you before, but you wouldn't even answer. Я звала тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? Бегал. Я раскопал чердаку. Кстати, электричества нет. Дневник. Что? Похоже, сломался предохранитель. Будь лапочкой, сходи в подвал и почини его. Здесь нужно навести порядок. И чем раньше мы этим займемся, тем лучше. Блять, слишком быстро пиздит. Блять, ты мне сказал бы, ты же знаешь, что у меня память как у рыбки. И даже не как у Насти рыбки, а просто у рыбки. What's her problem? She sounded like I took a piss on her mother's flower bed. Слабо. I need a flashlight. It's so damn dark in the basement. Maybe I can find one in the attic. There's a lot of junk in there. Я не успеваю субтитры читать, мне нужно это как-то навыки свои повысить. Блять! Фига ты. Ну если хочешь, давай. Я тебя не смогу остановить. Так, мне нужен фонарик. Здесь что-то похожее на фонарик. Не видно ничего. Блин, классный чердак. Фонарик. Фонарик. О! Это то, чем будет моя жена заниматься всю оставшуюся жизнь. Большую ее часть. Точнее. Да не хочу сейчас пить, у меня дела. Очень перспективно. Мне тоже нравится. А чё у меня не это, не берется лампочка моя? Я не поняла. Фонарик. В смысле, а почему он не берется у меня? Чё, его взять не могу? А, ладно. День-день.
sink. Ёбаный этот конь. А что я должна была найти-то? Я забыла. Зачем я... А, электричество починить, точно. Давайте я друга своего электрика позову, пусть он починит, я просто не шарю. Where are the fuses? Strange, one's missing. Странно, одного не хватает. Someone take it out on purpose? Его специально вытащили. Да по-любому специально. Maybe there's a spare fuse in the shed by the house. Возможно, запасной предохранитель есть в сарае. А может, и не в сарае. Я не расслышала, что он там сказал, и не успела прочитать. Ну, похуй. Убегаем от беременной жены! Я за хлебом! А как мне в сарай пройти? Да я же шучу, на самом деле я ее очень люблю. Она солнце мое, она это... Блядь, и забыла, как говорится, что-то там моих очей. Что-то там моих очей она. Чёрт, здесь нет предохранителей, естественно. What the f- Что за... What is this? Where did all the blood come from? Откуда вся эта кровь? Да, месячные у нее. А, блядь, она ж беременна. Выкидыш. A shirt covered in blood. Кровавленная рубашка, причем кровь, похоже, свежая. Как она здесь оказалась? Блин, я очень хочу такую штучку. Вообще классная. Why would Emma bring my old Зачем stuff мне from the office сюда барахло из моего кабинета? В этом я ничего не разбираюсь, но автор, думаю, знал, о чем пишет. Ну, допустим. Локатор помогает обнаруживать и проводить анализ так называемых квантовых следов. Это позволяет видеть краткие воспоминания людей из прошлого, включая их точное местоположение и активность. Использовать локатор на практике мне не по... пока не доводилось. Но нам приказали носить его на всякий случай. Лучше бы выдали пистолет, а не еще одну херовину от умников из ЦРУ. Классная херовина от умников из ЦРУ. Я вот такую тоже хочу взять. Тоже от умников, только не из ЦРУ, а просто. Ну ладно, пойдем отсюда. Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Ah. Я думала, просто тыкать надо. А тут... Так. Something's not right. Что-то не так. Может, локатор поможет разобраться, в чем дело? Так, как там нас учили? Wait, what did they say in training? Чтобы взять и убрать устройство, нажмите X. Локатор позволяет обнаружить электромагнитные и квантовые следы. Квантовые облака. Этот значок означает неполадку. Кого? А, неподалеку находится облако. Я не могу. Мне прямо реально надо сходить к окулисту. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence when they passed. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. Блин, я опять чат поставил и... Туда, где мне надо смотреть. А если сюда его поставлю? Да господи, он везде. Все, сидите в углу, короче. Я вас поставила в верхний угол.
Я куда его не поставлю, он везде какой-то текст загораживает. I should follow the localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go, and the numbers the distance to the nearby cloud. Где-то тут было. Вот, 40-45. Где-то здесь, а. Где? Блядь. Я не понимаю. Сложная штука. Что за импульс? Я не поняла, зеленый что значит, я что-то не уследила. О, 50. 50. 40. Да ё-моё, где? О, 56. А, я могу не исследовать постоянно. Все, я поняла. Просто идти. 3, 2, 6, 3, 5. Куда? О, сюда. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud, and I need to scan it. I'll look for the signal source. When the green lines come together, it means I'm looking in the right direction. I just need to follow that way. Блять, где-то здесь. Сучара, блядь, где ты? Signal must be coming from this place. Now I just have to use the scanner on this cloud. И куда мне смотреть? Ну вот и поняла, что отсюда исходит сигнал. The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Что, мне теперь еще что-то искать надо? Что мне искать? Куда его поставить, чтобы он нормально? Давайте сюда вас поставлю. Может, тут нормально будет. Непрозрачность сделаю больше. Точнее, прозрачность. Ой, господи. Эти квантовое облако. Я нашла этого мужика, и что с ним делать? Его воняет слабостью. Еще одну какую-то надо найти или как? Сложно.
Россия, нахуй. Все, жена меня уже потеряла, думает, я сбежал. The fuse is missing. Some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. Да, наверняка. Да не парься ты так, что-то. Я заблудилась, я не поняла, куда я укатила. Где она? Печка! А если я прыгну? Не прыгну. Блин, классное место. Ищем очередные окровавленные следы. Ну вот, и куда дальше? I should check where the signal is coming from. Как посмотреть, откуда сигнал идет? До сюда? Так, подожди, дай еще раз посмотрю инструкцию. Электромагнитный датчик благодаря специально встроенной катушке и сверхчувствительному датчику локатор может обнаруживать металлические предметы на расстоянии 10 метров с точностью до... Короче, с высокой точностью. Квантовый датчик — невероятно чувствительный датчик частиц. Благодаря инновационным технологиям он может обнаруживать квантовые следы, оставленные живыми организмами. ОНЧ дисплей. Экран, позволяющий пользователю обнаруживать крупные кластеры квантовых облаков. Генератор импульсов. Выдает сильный импульс, который улавливается датчиками, позволяет находить металлы и аномалии. Квантовый сканер. Позволяет стабилизировать квантовые облака и выявлять любые аномалии, которые могут вызвать помехи. Угу. Сука, сложно. Куда мне? Ой, что такое? Да что такое там? Я могу туда выйти? И никого это не смущает? Жесть. Ладно, а где? Как? Я не понимаю, как им пользоваться. Типа, я просчитала, я поняла суть, но я не поняла, как оно, блядь, чё, куда нахуй, зачем, почему? Ну вот-вот, вот тут я поняла, что случилось. А дальше куда мне, блядь, идти? Никаких нахуй подсказок. Мне... I'll look for the signal source. The closer I am, the more the lines on the display overlap. Чем ближе я подхожу, тем ближе линии на экране. Значит, мне надо, чтобы они... Здесь, что ли? Не пойму нахуй. О! Кто где? Где-то тут. Может, моя жена?
Нет, не жена. Во-во, пошло дело. Так, потекло говно по трубам. Блин, дай выпрыгну. Да ё-мо. Да какой мост? Нет, я хочу так. Пусти меня. Жопа. Я хотела так с лягушками пообщаться. Ты меня по мостику пускаешь. Нужно использовать импульс, чтобы квантовое облако появилось, иначе я ничего не увижу. А где? О! Тут что-то. Наложено обновление. Я нашел источник сигнала, но не могу снять показатели. Похоже, рядом сильная аномалия. Нужно ее нейтрализовать. Облака по природе нестабильны, и на точность показаний могут влиять аномалии. Такие аномалии придется уничтожить. Обычно они находятся поблизости. Чтобы облегчить себе поиски, щелкните ПКМ. Чтобы уничтожить аномалию, выстрелите в нее электромагнитным импульсом из своего устройства. Удержите ЛКМ, а затем отпустите, чтобы выстрелить электромагнитным импульсом. Подсвеченные участки вокруг экрана локатора указывают на количество аномалий, которые необходимо уничтожить. Пью. Не поняла нахуй. А ты не аномалия? А что тогда аномалия, если ты не аномалия? А, вот она аномалия, походу, да? I did it. Clearly someone was here recently and used this rope. Веёвкой? Try to find more traces. Кто повесился? Да я возьму. Веёвка. Оу! Хуёк. Блять. Мужчинка какой-то. Ладно, идем дальше. Локализер has detected a signal. Потом уже стало, значит, поблизости еще одно квантовое облако. Где-то тут. Тут? No point going there. Не тут? Где? Тут. И что ты мне это? А. He must have went up from here. Угу. Вон оно как. Так. Идем дальше. А жена уже все там с ума посходила, муж куда-то укатился. Ну, крови, ведь даже не высохло. Не знаю, что здесь случилось, но явно произошло недавно. Следы ведут за воротом. Пойду проверю. Пойду проверю. Thank you.
clearly dragged something heavy through that gate. Судя по всему, он тащил что-то тяжелое. Damn, gate is closed. Черт, ворота заперты. Нужно найти обход. Some planks are loose. I'll try to break them out. Speech. Тяжело нахуй. The blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Maybe someone needs help. Ой, что-то мне тут на коврике пыль какая-то. Damn it! Closed. Just closed. Заперт. Просто заперт. А там не заперто. Дырочка. It looks like something or someone is hanging in there. Is that? Fuck! This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in. Не страшно нахуй стало. Обход есть? Видимо, нет. Не надо туда получиться. Нет ничего. Я могу по веревке забраться. А, нет. Нет какого-нибудь ножичка. Того. Мне нужно что-то, чем можно рубить, пилить, ломать и уничтожать. А я вот это не могу сдвинуть, что ли? Было бы логично. Ща перепрыгну. Это сучарью. Что это значит? Что значит вот это? Нихуя не поняла. Thank you.
Не открывается. О. Как здесь туда пройти? Нет, ничего полезного у меня нету. Она блестит. Сука, я ж туда залезу. Как-нибудь. Почему я не могу эту штучку отодвинуть? Сучка. Что это значит? Почему я не могу веревку снять? Что, дебилы ж? Все, я пошла домой за ножницами. Сейчас я ножницы возьму и вернусь. Откуда я пришла? Может, тут что-нибудь есть? Ну, хотя бы какой-нибудь топорик. Дайте мне, пожалуйста. Убери пока эту штучку. Вон оно как. Что-то я туплю. Я думала, там снять как-то можно, типа, не знаю. Этот труп? Аномалия. Где? Куда она летит так сумасшедше? Who is he? What did he hide here? А что ты тут спрятал? Я сейчас найду. A hunting knife. Охотничий нож. Видимо, они недавно использовались. А потом спрятались здесь. Возьму его на всякий случай. Пора возвращаться в амбар. Может, я найду боковой обход. А это что, блядь, не боковой обход? Что там такое? Я по стену не могу запрыгнуть там. Нет, ты, блин.
I need to try to get inside. Ща. Сейчас мы разберемся. В смысле? God, who could have done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Чё, мне прыгать? Все, ну давай, оп, чтобы не так больно было. The door's locked. I need to find another way in. Погоди. Ё-моё! Wait, that beeping. It's as if it's coming from inside. The animal is hung up on the rope. Maybe I can get up there and cut it down. Пусти меня нахуй, блять. Сука, мне надо, блять. Вот это я могу взять? Сука! Сейчас взорвусь нахуй. I could use that crate to reach the ladder and climb up. Пищи, да мне страшно. Я же не в CSGO играю. Сука. Мне выключить? Я не умею. Хотя, может, я умею. Да хули ты его гладишь? Вытащи! Oh, this is sick. I think I'm gonna puke.
Ладно. What's all this equipment? And why was it in... Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there's the fuse. За нами следят русские ребята. So the fucker who gutted the animal has also been in our house. In our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. Блядь, ну... I don't like this. Мне не нравится это, судя по всему, псих, который искомсал оленя, был в нашем доме. Это, конечно, все очень интересно и увлекательно, блядь, но... Может, о жене подумаем? Я не хочу, чтобы мою жену какой-то псих, блядь, нашел. Она у меня одна такая классная и красивая девушка. Remember back in the day, some twisted kids in the area played the cult. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly, the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Блять, беги к жене нахуй! Ты чё там болтаешь? Любимая моя, солнце моё, радость, блять, очей моих, пожалуйста. Ответь мне, где ты? The power's back on, I guess. Кажется, электричество заработало. Интересно. Хотя, может, все это не очень. Я просто перечитал По. Ну, свое дело сделал, пора возвращаться под каблук к Эмми. It's only the third month. What's it gonna be like by the ninth? Ну да. Не, ну все-таки это твоя жена. Потерпи. Boom! Jesus, woman! You want me to have a heart attack? Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and a stew. Ta-da! Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Какое-то время спустя.